Друзья, всем привет! Приветствую на канале. Показываю рецепт утиной грудки за 8 минут. Так, утиная грудка одна, замороженная. Я надеюсь, я ее смогу порезать. Ой, трудно. Надо посильнее выбрать ножик, потяжелее. Друзья, утка мороженая, поэтому использую вот такой молоток. Он у меня всегда на кухне. Опа! У меня просто сил не хватает перерубить. Перерубаю вот так все. Итак, смотрите, что я делаю. У меня такая емкость стеклянная. Перчик замороженный. Так, можно посолить и поперчить. У меня вот и перчик есть, и соль есть. Но есть вот такая приправка у меня, Монреаль стейк. Это, знаете, смесь, так, не переборщить, смесь перчика красного, черного, чесночка и розовой соли. Теперь смотрите, вот эту всю уточку, утки я бросаю. И даже, знаете, я ее оставляю сверху, чтобы вытапливался жирок. Вот сверху начнет вытапливаться он и будет вниз стекать. И тоже вот граммульку соли и вот эту Монреаль стейк. Вот так. Все. Накрываем крышкой. Вот так накрываю крышкой. Кстати, хочу, друзья, сказать, можно, конечно, использовать не мороженый перчик, можно использовать и картошечку там и все такое, то, что вы пожелаете. У меня красный перчик, не острый. И вот это все я ставлю в микровель на 10 минут на самую большую мощность. Итак, друзья, смотрим, прошло 10 минут, ровно 10. Я ставила на 10 минут. И вот, смотрите, она не зажаристая, она дала сок, она обалденная, мягкая, вкусная. И вот этот сок внутри, жирок такой вытопился, это не жир, вот который, вот знаете, уже когда жаришь, а вот такой сок. Хлебушком помакать, и вообще вот этот зелень, перчик, это вообще необыкновенное чудо, друзья. Вот такая красотища. Очень вкусно. Попробуйте быстро. На все про все. Но у меня ушло 15 минут порубить мясо и сделать вот это вот все. Очень вкусно. Очень. Попробуйте. Я вам советую.